Привет, ребята! Сегодня соберем билдец на аспект Аида. Как аспект он мне не нравится, но я бы хотел, чтобы на моем канале был билдец на него. По моему мнению, самый эффективный билд на этот аспект — это атака Афины, потом особые Афродиты и бросок Артемиды, ну или ульта, допустим, как-то так. Что нам дает шанс на 2 дуо, это крит шанс 20% после отражения, да? Отражение у нас зона отражения будет вот такая, большая, видите, да? И каждая атака будет отражать. И увеличенный крит урон по ослабленным целям. Можно ослабление накидывать рывком, но так как этот билд рейнджовый, я бы назвал, потому что вы с копьем, а копье бьет на рейнже. Можно разные дары там взять, допустим, рывок, особый удар, да, Афродиты, чтобы накладывать ослабление. Месть также подойдет. Но все же, как аспект, он мне не нравится, он неудобный, он медленный. Я бы так сказал. То есть обычные комнаты чистить удобно, но когда бьешься с боссом, такими как Минотавр и Отец, то появляются проблемы. Так, убрал 32 черепа. Подустал я от них. Вот. Ну, меры оставил, время оставил, социальный пакет. Все вроде бы взял с собой. Афиночка на месте. Еще для этого билда критично важно брать правильные молоточки. Если их нету, вам становится сложнее просто играть даже. Так. Атаку дай. Хорошо. Так, а без редкости? Ну ладно. Так. Дзинь. Кувшинчик. Оп. Я заметил одну особенность. Не знаю, может, мне показалось. Когда вы накладываете круговой атакой метку, по этой метке сама круговая атака не бьет с увеличенным уроном. Мне кажется, возможно, мне кажется. Вроде бы оно так и есть. Вот 70 как бил, так и бью. То есть давайте посмотрим. Вот первая атака. 70. Да, я наложил метку. Или она сразу накладывается и уже бьет с увеличенным уроном. Или она не работает на круговую атаку. Что более вероятно. Так. Ой-ой-ой. На ловушку встал. Для билда нам поможет такие дары, как помогут увеличенный урон по беззащитным в спину, то есть от Афины, накладывать дебаф. Диметра нам вообще не нужна. Кроме как... да? Ну давай возьмем это. Хоть у нас и один дар, но этот дар, это наш основной урон. Так что наоборот хорошо, что этот дар упал с Диметры. Так. Героическая атака, я не знаю, это неплохой буст к урону. Я бы так сказал. Нам еще нужно ловить с хаоса увеличение атаки. Если повезет. Так, плюс к урону к атаке. Еще Афина. Ну, от Афины много что подойдет. У нее много хороших даров. И на урон, и на выживаемость есть. Так. Хорошо. Рывок возьмем. Ульта, рывок, неповиновение смерти. Давайте рывок возьмем. По сейву пройдем. Вот и хаос. Вот и хаос. Где враги? Подходите. Так.
А, какие нам молоточки нужны? Так, мы пропускаем. Мы пропускаем. Хаос, мы идем к Афродите. Молоточки нам нужны на увеличение зоны и увеличение урона круговой атаки. Это один молоточек. И второй молоточек, который увеличивает скорость зарядки в круговой атаке. Это увеличит комфорт этого билда. Так. Ну давай особый. Хорошо. Теперь нам остался один дар. Это бросок Артемиды, который дает нам шанс на два дуо. Связывает дуо Афина Артемида и Афродита Артемида. Так. Раш. Дионис, ну, я бы взял урон с фонтанов. Ну, бутылочка тоже пойдет, и хп, и повышение урона. Какой-то способность, только это рывок. Ой. Извиняюсь. Ой, хочется чихнуть, но не чихается почему-то. Денег мне хватает, так что пойду-ка я в магазин. Буду надеяться на какого-нибудь полезного бога. Кстати, я возьму молоточек. У меня хватает и на молоточек, и на дар. Вот она, грандиозное вращение, это нам поможет. Да, это очень сильно. Чтобы вы поняли, насколько... Смотрите зону поражения круговой атаки. Неплохо. Так. Эффекты ослабления становятся более мощными. Да? Пускай будет. Не помешает. Так. Опа, опа. Аккуратненько. Все отлично. Так, гранатик на атаку. У нас атака уже эпичной редкости. Круто. Качаем атаку дальше. Афина и Диметра. Знаете что? Ой. Мне не хватает золотишка. Мне не хватает 4 золота. А, спасибо. Теперь хватает. Теперь хватает. Ну, выбирая между ХП и Афина и Диметра, то я возьму Афину и Диметра. Но я бы не хотел их брать. Не особо. Так. Это очень круто, это увеличение урона. От Диметра я бы взял месть. Очень взял бы. Ну, она мне нравится. То есть после получения на врага, который нанес вам урон, накладывается озноб 10 стаков и замедляется противник очень сильно. То есть битва против Минотавра, битва против Аида. На таких битвах, на таких боссах этот дар очень помогает. Так. Вот. Отлично. Урон не важен, главное заморозка. Так, денег у нас все равно нет, так чтобы пропускать магазин и идем к Хаосу. Надеемся на атаку. Здравствуй, Хаос. Я пишу тебе письмо, знаешь, Хаос, у меня все хорошо. Так, плюс 31% урона, количество противников будет увеличено на 31%. Но знаете, вот это тоже урон в спину очень хорошо зайдет, так как... У нас Афина на атаку. У нас и так увеличенный урон в спину, да? Но атака также увеличивает урон и круговой атаки. Мне кажется, это более как-то удобнее, что ли. Так, это, я так понимаю, последняя комната, значит, здесь берем ХП, так как у нас денег нет на магазин. Кувшинчик. Отлично. Вот и первый босс. Hello, Fury Sisters. Здорово, девочки. Ой,
Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну, я бы сказал, урона неплохо. Отлично. Ну, немного, но неплохо. Как-то так. Так. Берем, берем, берем Артемиду, так как у нас Афина и Афродита уже есть. Так. Let's go up. И Артемида нам дает уже... Нам нужно взять особую... Нет, не особую. Бросок Артемиды нужно взять. И появится шанс на 2 дуо. Эк, здравствуйте, враги. Ого, какие вы сильные. Затыкаю до смерти. Опа. Еще не все? Жестко. Так. Ослепляющая вспышка качаем по-любому. Ну давай, Артемида. Бросок. Ульта даже не подходит вроде бы. Но мы сейчас, если не упадет бросок, посмотрим, какие еще дары подходят для того, чтобы связать два дуо. Отражаю, все отражаю. Так, бросок. У нас уже героическая атака. На секундочку, бросок эпически падает. Болевые точки очень сильно, но нам нужен бросок. Нам нужен бросок. Героическая атака. 122% к урону. Круто. Так. Повышать редкость даров нам не нужно. Правильно? Можем повысить уровень всех даров, четырех даров, да? А можем взять три следующих дара, будут появляться с более высокой редкостью. И тут я бы подумал. Или второе, или третье. Так, подожди, не то. Что нам повышать? Героическая атака уже не может повыситься в редкости, да? Эффекты ослабления более мощные. Я думаю, три следующих дара будут с увеличенной редкостью. В данной ситуации это будет более эффективно, чем остальной выбор. Ой, ну и Дионис. Ладно. Героический урон с фонтанов. Только уже второй этаж, как бы один фонтан я уже пропустил. Но это не страшно. Он цепанул меня. Мне показалось, что я успел. Наверное, зона поражения. Так, мы начали метку накладывать. Это хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, ульта неплохая. Получай меньше урона, если хп меньше 40%, но 20% урона, процентов урона меньше. Я думаю, ульту надо брать. Ульта неплохая. Урона наносит неплохо. Но просто дело-то в том, что я больше как рейнджовый билд собираю. А ульта Диониса подходит для милишников, потому что, чтобы наносить урон врагу, нужно стоять рядышком. Это не очень удобно. Так же, как и ульта Зевса работает. Так. Отражаю все, отражаю. Оп-оп-оп. Затыкаю.
Хорошо, хорошо. Так. Идем к Афродите. Хоть и Гермес, но Афродита... У Афродиты уже есть шанс на дуо. Но это дуо не будет работать, пока я ни другое дуо не возьму. Потому что... Увеличенный урон крита по ослабленным целям не будет работать без самого крита, правильно? Так. Я бы у Афродит еще месть взял бы. Это бы упростило накладывание ослабления на противника. Ой. В данной ситуации я беру разрыв сердца. Эффекты ослабления также могут очаровать врагов с вероятностью 15%. Ну, такое. Гранат или магазин? Что у нас? А, значит, гранат. В магазине мы все равно ничего не купим. Но только если здесь нету парочки кувшинов, которых вроде бы и нету. Да? Да, значит, идем, берем гранат. Так. Зов. Ой. Урон увеличивается неплохо. С одного граната-то. Жестко. Сейчас проверим, какой урон ульты. На третьей стадии, наверное. Так. Фиолетовая Лерни. Розовая даже. Это самый приятный противник для билдов с отражением. Потому что она стреляет лучами розовыми, которые легко отражать. Так, хорошо. Затыкал. Мы, наверное, и ульту не посмотрим, да? Я так понимаю. Ускоренной зарядки не хватает для этого билда. Очень не хватает. Круговой атаки именно. Ускоренной зарядки. Опа, отражаю. Ну-ка, просто один стак. Ульты. Ой. Это сильно. Ульта сильная. Ее даже не нужно собирать полностью. Лучше ее использовать по одному стаку. И наносить хороший урон. Ну, знаете, что я скажу? В принципе, билдит собирается. Только-только. Не хватает нам... А я Артемиду-то взял? Да, брал. Афина нам больше не нужна, так как мы уже с Афиной все, что хотели, взяли. То есть Афина Афродита. Постоянно путаю. Возьму золото. Возьму золото. Опа-на. Еще хаос. Круто. Но проблема в том, что сейчас будет комната, скорее всего, там будет или Гермес, или молоточек. Если будет Гермес, я не буду брать Гермеса. Если молоточек, придется. Молоточек. Придется пропускать хаос, но... Вы понимаете, вроде бы... А, эта комната пропустится, и молоточка больше не будет. Ладно, пропускаем хаос. Один. Ну, у нас все равно еще один хаос будет. Или не будет. А, нет, не будет, походу. А, будет, вот он. Так. Потому что с молоточка есть очень хорошее улучшение. Так. Сюда. Ну... Не скажу, что урона много, но он есть, так. Молоточек подходящий не упал.
Я думаю, удлиненный укол будет неплох. Ну, конечно, под билд с круговой атакой стойкости излучать 40% урона неплохо, но мне кажется, удаленный укол покруче. Так, что там у нас по комнатам? Хорошо, значит, идем в хаос. Потому что там ничего интересного нет. Хаос, дай атаку. Рерол есть. Можно паролить на атаку даже. Бросок? Не. Нет, я реролю. Вот, 53% к урону. Я не смогу зарабатывать золото, но это не страшно. Значит, мы просто скипаем комнаты с золотом. Так. Особо, знаете, что я вам скажу? Неудобно накладывать ослабление на врага с помощью особой атаки. Ну что поделаешь? Так. Шкала заполняется автоматически, приходится брать. Мобильности мне не хватает. Так, мне нужна Артемида. 100% Артемида. Хаос еще может появиться. Нет? Хаоса нет. Уже обнаглел. Хорошо. Хотя и Артемида, и Афина. Они. А, нет, не дают. Не дают. Только Артемида дает мне сейчас шанс на дуо. Вот не хватает мне мобильности. Да все, все, все. Я понял. Сильный, сильный. Я не знаю, как доджить его разбег без мобильности. Хорошо. Сам врезался. Really, really. Не люблю я этого босса. Просто на ровном месте я потерял жизни сколько, да? Надо не забыть про следующую, в следующей комнате использовать болзи и не похилиться. Отлично. Все, у нас есть шанс на крит. Это очень классно. Так, болзи. Отхил пошел. Так. Аккуратненько. Так. Хорошо. Нам нужна сейчас на урон Артемида, чтобы увеличить крит урон. Тут что, магазин? Или ХП. Ну, наверное, я возьму ХП, потому что деньги я еще успею потратить. Лучники. Ох уж эти лучники. Так. Отражаю, отражаю. Знаете, что я вам скажу? Даже с учетом того, что я взял почти все, что хотел. Билд. Я вам так скажу. Ну, вообще аспект.
Слабый, слабый аспект. Так, что у нас тут? Тьма. Я, наверное, побьюсь за тьму, потому что это отхил. Аккуратно. Мы бьемся за тьму, потому что это отхил. Так что ХП здесь тратить не нужно. Хорошо, 113 это сколько? 55 хп, 60 хп будет. Отхил, да? Где-то. Ну, это неплохо. Так, ауса нет. Хорошо. Деньги или гранаты? Деньги уже можем зарабатывать. Наверное, деньги. Так. Идите сюда, ребята. Разберусь с вами по-быстрому. Вы понимаете, что я вам могу еще сказать насчет этого аспекта? Аспекта. Проблема в том, что анимация атаки долгая, зарядка долгая, и я очень много подставляюсь. Очень много подставляюсь. Получаю лишнего урона. Даже без круговой атаки, просто атакуя. У меня анимация долгая, и у меня проблема с доджем урона, с доджем снарядов каких-то. И с такими противниками, как Минотавр и Аид, у меня будут большие проблемы. Отражаю. Так. Delicious. Плюс крону атаки. Да. Гермес Магас. Это, походу, последняя комната, так что возьму Гермеса. Мне желательно скорость после рывка взять, чтобы доджить как-то. А у меня нету. Атака становится быстрее, ну... Скорость зарядки вроде бы это не увеличивает. Ну ладно, это анимация первой атаки быстрее стала, и поэтому зарядка, наверное, скорость зарядки увеличилась. Дороти. Так. Блин, ну вот ненавижу его, эту атаку. Очень не люблю. Опа, урон появился. Крутится. А урон-то есть. Ульта добей. Урон есть. Я удивлен сам, честное слово. Во! Сильно. Золотишко. Ульта Диониса еще много урона наносит. Так. Ай, не за... Ну, знаете, что я вам скажу? Неплохо, неплохо. Не очень так и круто, конечно, но неплохо. Ну, мне кажется, просто дело в том, что у меня сейчас большой урон, у меня героическая атака. У меня увеличение урона с Гермес... Хаоса. И урон оттуда. Понимаете?
А без этого всего, что бы я делал? Да ничего. Да у меня не было бы урона. Ну, конечно же, дуо. То есть, вот этот сейчас билд, он идеален почти, кроме одного молоточка. Если бы он и он еще был бы, который увеличивает скорость зарядки круговой атаки, то вот это был бы идеальный билд. По моему мнению. Потому что я просто не представляю, что еще можно сделать с этим аспектом. Так. Афина. Ну, давайте Афину. Там вроде бы можно еще взять увеличенный урон отраженных атак. Так. Хорошо. Не хватает билду мобильности. Очень не хватает. Сейчас микробосик будет. It's no use. Не, микробосса не будет. Так, сразу убиваем плевков. Мне кажется, это самые опасные противники в данной ситуации. Так. Афиночка. Вот, отрашенные атаки наносят больше урона. Да, возьмем. Неплохо. Там золотишко пропустил. Гермес, дай-ка мне мобильность. Ну, плюс 3 рывка нормально. Я возьму. Это неплохо. Так, ну Дионис может ли как-то увеличить наш урон? В принципе, да, может быть там увеличенный урон ульты будет. Хотя, наверное, золото лучше взять. Золото, а потом гранатиков набрать на эти деньги. Так. Ой, сколько кувшинчиков. Может продать еще что можно? Так, рывок, шкала. Нет, это все мне нужно. Это все мне нужно. О, последняя комната. Сейчас пойдем к бате. У меня 500 монеток. Почти. Я думаю брать 2 граната, чем дары. Так. Ульту качаем. Урон атаки 5%. Или беззащитным целям урон увеличить на сколько? На 14%. Мне кажется, просто урон на 5% более эффективно будет. Все. Билд готов. Почти идеальный. Посмотрим сейчас, что мы можем сделать отцу Аиду. Что мы можем противопоставить. Ну что? Здорово, отец. I'm back, father. I had other Сейчас мы с тобой побазарим. Ой. Ой, что-то он меня встретил не очень. Особой, конечно, попасть
не очень удобно подать. Ну, урон такой себе. Ну, знаете, когда на враге есть ослабление... Очень трудно заряжать против него атаку. Неплохо, Денис, неплохо. Чисто Денис затащил. Не-не-не, блин, попал. Отражение мне дает... Ай, ну вот это отразить я точно не смогу. Дает безопасность очень большую. Сейвит меня сильно очень. Очень сильно сейвит. Дионис. Красавчик, Дионис. Ой, урон пошел, да, ребята? Сейчас он будет хилиться. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Аккуратно. Ловушечки. Так, сейвимся. А, мы можем круговой атакой бить сквозь, короче, столб. Еще ульта. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Хились. Вовремя он задоджил ульту. Читерит опять. Не накинул дебаф, кстати. Иди ко мне. Опять не накинул дебаф. Стоямбыч. Батянь. Пять ульта. Так. Ну что? Вот это я зря заряжаться начал. Ну все, Дионис, добивай. Я умею так. Нет. Ты где? А, сам себя убил. Это нечестно было. Так-так-так. Ау. Ну, уже можно расслабиться. Мы победили его. Можно было даже без потери всех жизней. Ну, без потери жизни, да? Но... я как обычно. Руки не из плеч. Вот. Ну, что я могу сказать про этот билд? Ну, слабый билд. Слабое оружие. Аспект. Слабый аспект. Но билд, мне кажется, это идеальный. Ну, лучше, что можно придумать, но без понятия. Возможно, можно через Диметру как-то это сделать. Допустим,
Хотя что можно через Диметру сделать? Мне кажется, на этот аспект отражения это самая сильная вообще комбинация. Ну, что можно придумать на данном, ну, вообще. Потому что когда у вас такая зона бессмертия, я бы так сказал, да, зона отражения, то это сильно. Не хватало ускоренной зарядки круговой атаки. Вот. А так, в принципе, мне кажется, наверное, если не идеальный билд, то почти идеальный под этот аспект. Но как аспект это говно, если честно. Слабый аспект. Типа, зачем он, если есть аспект Ахиллеса, который увеличивает... У тебя мобильности на аспекте Ахиллеса просто очень много. Урона, я бы сказал, даже больше, потому что ты свой увеличенный урон можешь прокнуть за полсекунды. А здесь тебе нужно заряжать, стоять что-то. Неудобно. Вот. Вот такие дела. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Спасибо за лайки. За комменты, за все. Спасибо, у вас уже все увеличивается, очень круто. Всем удачи и пока.